Всем здорово, ребят. Ну что, настал момент определения победителей трех вечерних неделек за три предыдущие недели. И, соответственно, я надеюсь, у нас будут опять же новые победители, потому что, ребят, я посмотрел, прибавилось, кто хочет действительно получить огник. Огник довольно-таки неплохой герой. Некоторые пишут, давай Зефира. Ну, я считаю, Зефиров слишком рано вам. Давайте по 1000 лайков на видос подписывайтесь, и потом будем разговаривать. Шучу, конечно. Для битвы замков 1000 лайков на видос это Unreal. Это не те немножко не та немножко уже игра, которая была раньше, к сожалению. В общем, поехали. Будем определять победителей трех еженеделек. И я надеюсь, я с ними сегодня спешусь и смогу отдать долгожданных огников. Такс, поехали, открываем дисплей кетча. Есть. Поехали, видео. Определим, какое количество. Я говорил, мы там начиная с видоса, Аком Зефира. Вот раз, два, три. Это три видео снежные. И считаем по линейкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Нифига себе, 22, 23, 24, 25. 25. Нехило так. 25. Я даже сейчас быстренько, чтобы не хариться. Сейчас еще, конечно, перепроверим. 155 получается. Нихера себе. Нихера себе. Я за месяц штампую. Так, проверяем еще разок. Уже халявный уникальный был. Почти месяц прошел. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Четыре, двадцать пять, да. Двадцать пять плюс пять. Так и получается 100. Неплохо, так 155 видео, точнее, три там и два вот этих вот здесь. Они тоже участвуют. В общем, окей. Следующее уже начинаем, качаем скилл вход со стримчанского вчерашнего. 155 от 1 до 155. Сейчас будем считать, конечно, запаримся. О, 144, нормас. Так, 144, это что у нас получается? 155, 154, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 46, 45, 44. А я стащил, по-моему, с этого. Сейчас с вами перепроверим это все. Так, где мой музончик делся? Немножко через VPN-ку херово. Так, 144, да? 55, 54, 53, 52, 51, 50, 48, 47, 44, да, вот это у нас будет первый видос. Дальше. Дальше поехали. Следующее число сразу, я потом среди этих видосов. 27. Будем искать с конца считать, потому что других вариантов это будет быстрее, нежели сверху рассчитывать. Так, 27, значит, 1, 2, 3, 9, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, да? 27, вот этот.
стримец. Кто ходит на стримы и смотрит стримы, у тех больше шансов, кстати, чем на видосах с Бравла. Так, 149. Идем обратно сюда. Ищем 149. 49 это вот этот, если 45, 46, 749. Качаем маг. Тоже стремец. Вот так вот. Так вот рандомчик выбрал у нас победителей. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, начнем. Давайте с первого нашего видоса. Спама у нас нет. Спам повытаскивали. Отлично. Копирую. Заходим сюда. Рандомайзер. Смотрим. Вот Ая стащит. То есть все правильно. 106 комментариев. Кто себя не находит, пишите мне либо в телегу, либо куда, буду думать смотреть. Но я со спама всех вытаскиваю. Вариант вас YouTube может заблочить. То есть тут уже не моя вина, поэтому вовремя. А если тащит, а вот тут не так, вовремя делайте репосты, а не все нахрапом. Так, окей, смотрим, или правильно у него все сделано. Кирилл Гура. Так. А репосты-то где? Загрузки у нас. Сюда видосы, которые понравились. Отлично. 2 дня, 3 дня, 4 дня. Ну, в общем, видосы у него все есть. Минимум 15 видео у вас должно быть за неделю. Но я просто делаю сразу за 3, поэтому тут вопросов, думаю, нет. Так, с этим разобрались. Поехали. Смотрим ВК. Липецк. 2005 год. Вот так вот. Все скажут, блин, школьникам везет. Так, хорошо. Конкурс на топак. Но это ты видео сделал. А где остальные репосты? Блин, ну бро, я ж показал, рассказал. Если ты делаешь репост, то ты должен знать, как это делать. Вот ты сделал одно видео, а остальные... В ютубе ты красава, посмотрел, прожал. Не знаю, короче, что с ним делать. Пишите в комментах. Насчет него я его просто добавлю пока себе в закладки. В общем, пишите в комментах, что вы думаете, будем его награждать, нет. Или выберем потом отдельно нового. Ну, в принципе, пацан мелкий, 2005, это сколько ему, 14 лет. Что будем с ним делать? Хотя, в принципе, правила для всех одинаковые. Были ребята и поменьше. Поэтому поехали. Никита Лагунов. Ой, блин, это ж этот же видос. Давайте, короче, с этим видосом я тоже... Напишите в комментах, что вы думаете. Я сделаю одного меньше, потому что он все-таки вроде и сделал, а вроде и нет. И одного мы просто или перенесем, или вечером определим на стриме победителя еще. Ну, в общем, напишите в комментах, что мы делаем. Ну, блин. Хотя, с другой стороны, какого хрена? Правила для всех одинаковые. Я уже не один раз показывал, рассказывал, что делать. Так, где там наш Никита Лагунов? Он был следующим по списку. Есть. Смотрим, или у него правильно сделано. В общем, ребята, я уже, честно, устал рассказывать вам, как это все делать.
Вот так вот оно должно быть. Вот таким вот образом. Вчера в 8 утра. Бедолага. Вчера в 6 утра. Херача. Вот так вот должно быть. Сейчас мы еще глянем остальное. Подписка есть, видосы есть. Вот тут вот правильно сделано до конца. Поэтому я не знаю насчет школьника. Пишите в комментах. Никита готов. Так, есть. Дальше. С этим видосом мы закончили. Чуть-чуть нахлобучил. Поехали, копируем видос. Так, есть. Поехали. Всем удачи. 535, да, там только здесь показывают 20 комментариев. А у меня под видосом 25. Интересно. Интересно, интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь вообще по-другому показывают. А, ну, наверное, еще берет, но хотя ответа вроде нету. А, не, есть, вот это открыло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать. Хрен его знает, ну... В общем, подписывайтесь на группу, я буду через группу проводить уже. Плюс-минус я уже придумал как, но пока выбираем так. Так, смотрим его канал. Видосы есть, я вижу. Думаю, видосы есть. Ну, в спаме там... Повторно его нету, и новый тоже посмотрел. Числа, по-моему, кстати, проверим. Или я потом проверю. Ну, в принципе, он не спамит. У нас со стримом. Так, есть, есть. Поехали дальше. Я люблю затягивать эти видосы, блин. Так, все сделано тоже, все правильно. Есть. Так. Ну, для тех, кто там еще не верит, могу еще ниже пролистать, но тут все. Все просто. Здесь у нас даже стремецкий был. Так, есть, поздравляю. И третий. Что нахлобучий, отлично. Качаем мак, это недавний наш стрим. Игорь Мултан. Уже нас его вижу. Вот ребята сделали правильно. Так, как оно должно быть. Реально красавчики. Тоже проверили, подписка есть. Нету? Не, есть. Подписка есть, отлично. Так, есть. Давайте я так сделаю сейчас. И верну там. Так неудобно, честно говоря. Выше.
месяц обратно заходить искать. Так. Отсюда уже проверю. Его вообще здесь не находили. Сейчас интересно, надо, наверное, всех открыть. Эти не все еще комментарии открываются через VPN. Ну, в принципе, напрямую это правильно открывает. Вообще-то YouTube меня задрал уже. Интересно. А, вот видите, здесь вот есть связь реквеста, наверное, там. Короче, не знаю, как там они правильно показывают. Андрюха и Артемка есть везде. Так, отлично. Что-то я, кстати, аж Крут у нас не участвует, Абрикоса тоже не вижу. Так, окей, здесь все правильно, поехали. Чекнем еще ВК. Так, надо Айрата убрать отсюда. Отлично, в каждом конкурсе у меня в закладках. Айма, что это было? Что-то факт. Что-то громкая музыка. Блин, я надеюсь, там я не залагал во время этого записи, то я завтыкал зубы, не поминал музыку. Надеюсь, меня хоть там будет слышно. Так. Что-то я начудил. Как обычно, но я уже перезаписывать не буду, поэтому, ребята, надеюсь, меня слышно. Было так, ну здесь все правильно сделано есть. Отлично. Так, ну что, у нас три победителя есть, поздравляю. В общем, все, ребят, зависит от вас. Я уже устал вам рассказывать, показывать, записал видос. Смотрите внимательно видосы и участвуйте. Все, всем удачи, всем пока.